сегодня в программе. Слушай, что ты могла зарабатывать? Ты в постели как бревно. Наконец-то я целый день работаю. Блин, меня тошнило от себя под вечер. Естественно, как бревно буду. «Москвич» настаивает на разделе имущества после развода, в том числе и банковского вклада, который бывшая жена скрывала от него все годы их совместной жизни. Узнала, что у меня сейчас дела пошли хорошо. Вот у нее глаза, вот, денег давай. Как всегда, всю жизнь так, денег давай, денег так, давай. Так, истец. Любил, разлюбил. Бывшая жена устарела. О чем же теперь жалеть? Дорогу молодым. А разведенная пенсионерка пусть теперь свою новую жизнь сама обустраивает. Малыша не было в коляске, там было пусто. Артем, где малыш? Ну, я уже все сама поняла. Ну, помойте, ответила Артем. Ольга и Олег Улановы взяли ребенка из детского дома и любили его как родного до тех пор, пока мальчик не попытался убить их собственного малыша. Теперь Улановы хотят только одного – избавиться от малолетнего преступника. Оставайтесь с нами. Истец Игорь Василевский, 27-летний москвич, подает иск о разделе имущества, в том числе и денежного вклада со счета, открытого на имя жены. Ответчик Нина Петракова, молодая москвичка, с иском согласна частично. И вклад делить отказывается. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Значит, ваша честь, я хочу сказать, что мы с Ниной были расписаны с 2007 по 2010 год. Детей, слава богу, не нажили. Квартиру тоже не купили. Но за это время у нас было приобретено, ну вот, телевизор, например. Я составил весь список, я вам хочу передать. Телевизор, спальный гарнитур, микроволновка, микроволновая печь, электрочайник, стол обеденный, три табуретки, кофемолка, сковородка Тефаль, кастрюли Цептер, ножи, ложки, вилки. Ну, в общем, такая семейная кухонная утварь. Боже мой, я не знала, что ты такой мелочный. Копейка рубль бережет, понятно? Ну, это как бы, это одно. Но второе, вот я нашел ее книжку сберегательную. На этой сберегательной книжке, понимаете, 148 тысяч рублей. Вот. Заведена эта книжка была в 2008 году, то есть уже год, как мы были расписаны. Да эти деньги вообще никакого отношения к тебе не имеют. Как-то не имеют. Нашел он книжку. Как-то не имеет. Я тебе свою зарплату отдавал? Отдавал. Какую зарплату? Ты гроши зарабатывал. Нет, зарплату извини меня. Отдавал. Не гроши я зарабатывал. Гроши. Понятно? Не гроши. Да ты еще неизвестно, с чаевых жила. Так вот, она, дело в том, что подрабатывала официанткой. Понимаете? Я не знаю, как бы, но эти деньги, скорее всего, ну, то ли чаевые, то ли там она, может, обсчитывала как-то этих клиентов. Ну, как официанты, в общем-то, все понятно, как они это делают. Да это уж не твое дело, как я это работаю. Как-то не мое. Ну, в общем, вот она работала официанткой, ну, там, когда допоздна задержится, когда там на ночь, когда там какие-то банкеты выездные. Ну, не, бывало, что там нету ее день-полтора дома. Вот. Я подозреваю, что эти деньги, как бы основная часть этих денег, конечно, на этом счете и лежат. Но я на них право имею, потому что это совместно нажитое имущество. В брак мы расторгнули месяц назад, вот свидетельство о расторжении. Я хотел бы это передать. Простите, пожалуйста, истец, да. А вы вот перечисляя имущество, какой вариант раздела предлагаете? 50 на 50, все по-честному. Нет, ну я же не могу сейчас за вас решать, правильно? Вот я сейчас так решу, 50 на 50. Пусть свои кастрюльки себе подождите. Вот по имуществу вы предлагаете вам что оставить? Из имущества? Да. Ну, например, ну, конечно, там тоже можно посчитать. Нет, как бы, по деньгам. Истец, давайте в суд нельзя приходить со словами «можно», «давайте посчитаем», «я пойду сбегаю за документами». Понимаете, в чем дело? Конкретно, пожалуйста, это же ваш попредметный список раздела совместно нажитого имущества. Раз вы заявляете попредметный перечень, будьте добры, попредметно скажите, что вы просите оставить себе и что вы отдаете вашей бывшей супруге. Ну, себе тогда я бы хотел бы оставить телевизор, микроволновку, электрочайник, стол, три табуретки, ну, ножи, ложки, вилки. Ну, в общем, больше мне не надо. Остальное пусть у нее. Больше остается. Вам не надо. Но так, это... через судебного пристава, пожалуйста, свидетельство о расторжении брака и перечень. Так, ответчик, прежде чем сейчас вы мне расскажете историю, что истец денег не зарабатывал до этого момента, давайте по предметному списку, хорошо? Да. Итак,
Истец просит оставить телевизор Samsung, вам оставить спальный гарнитур Vega, значит, кофемолку, сковородку Tefal, кастрюли Цептер. И в общем кухонные утвари у вас здесь написано. Ну да, там это мелочи все. Ну, слово «в общем» мы как бы убираем. То есть получается, что в общем, в принципе, вы предлагаете не очень сопоставимый раздел, потому что... Ну почему? Я и кровать оставлю. Нет. Ну, здесь этого не указано, истец. Каждый доказывает те обстоятельства, на которые ссылается, и каждый доказывает тот предмет и основание исковых требований, которые заявлены. Вот мне представили этот перечень. Вы же не представили мне другой. Я поэтому и схожу. И не могу согласиться в том, что выделение вам телевизора, СВЧ-печи, электрочайника, стола обеденного, трех табуреток, ножей и вилок значительно по стоимости больше, чем спальный гарнитур, кофемолка и сковородка Tefal. Да потому что эти вещи я покупал. То, что я перечислил, покупал я. Это как-то странно. У вас удивительная логика. Денежный вклад общий, а эти вещи я покупал. Ну, эти вещи в браке были приобретены? Ну, какие-то, значит, да, за счет какие-то супружеских? Были до этого приобретены. А? Какие-то были в браке, но не все. А какие? Ну, тогда доказывайте, какие не все были в браке. Ну, нужно поднимать чеки, квитанции. Ну, простите, вам надо, вы поднимаете. Хорошо. А я что должна сделать? Вы не можете мне доказать, что определенные предметы из этого перечня были вами приобретены до вступления в брак? Ну, да, могу, про какие-то могу. Что вот микроволновку я могу доказать, что она была приобретена до брака. А когда вы можете доказать? Ну, надо поискать эти документы, и я предоставлю. Ну, простите, это вы пришли в суд ваши интересы защищать. Понимаете, в чем дело? Вы обратились в суд-то. Значит, на сегодняшний день письменных доказательств, доказывающих, что определенные предметы были вами приобретены до момента регистрации брака, вы не можете, поскольку у вас нет этих доказательств. Что с делением? Давайте ответчик. На самом деле, пусть вот эти кастрюльки, все микроволновки пусть себе оставляют. Мне ничего не нужно из этого. А что спорным тогда будет? По поводу денежных средств, по поводу опять, моего счета. Я же счета. Вас прошу, давайте... То есть вы согласны что? Полностью выделите СУ то, что он предлагает? Пусть он все забирает. Вот этот список пусть забирает. Мне этого ничего не нужно. Я по поводу денежных средств, по поводу счета, который я открывала, он вообще к этому никакого отношения не имеет. Не имеет? Почему не имеет? Не имеет ответь. Никакого отношения, почему? Потому что, ну, дело в том, что я эти деньги, я их, в общем, я их нечестным путем заработала, не совсем законным. Что ты что, простите, воровала, а что? Что? Ответчик, простите, пожалуйста, а что на расчетном счете, где эти деньги написаны? Деньги, заработанные нечестным способом, да? Или как? Я считаю, что он об этих деньгах не знал. Он не знал, чем я занимаюсь. Это абсолютно не его дело было. И я считаю, что эти деньги должны остаться у меня. На каком основании? Кастрюльки свои забери, табуреточки, вилки, ножки, ладно? Просто удивительно. Вот я как-то, знаете, так привыкла. Ну, так бывает, там, от волнения, там. Может быть, не от правильного понимания ситуации. Ну, какое-то есть нарушение логики у одной стороны. Либо у истца, либо у ответчика. Сейчас я сталкиваюсь с ситуацией, когда нарушение логики что у истца, что у ответчика. Понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, там, деньги заработаны нечестным способом, пусть они будут мои. Потому что я их зарабатывала. Он, ваша честь, вообще не работал. Из 3 лет, которые мы вместе прожили, он максимум 8 месяцев что работал. Ты несешь? Он же на работу устраивается, неправда. Ему то не нравится, то это не нравится. Это давайте воняет. Да, ответчик, ответчик. Не будем на эту тему мы с вами говорить, потому что в браке денежный вклад был сделан. Открыт расчетный счет, когда вы были в браке. Да. Не имеет значения, чья доля из супружеских средств была больше в этих накоплениях. Но он же на мое имя был открыт, ну и этот что? Счет. Ну и что? Не имеет значения. Поверьте мне, не имеет значения.
Я не согласна с тем, что мы должны делить эти деньги. Абсолютно не согласна. Я их откладывала на квартиру, чтобы мы могли купить квартиру. Я же для него все готова была сделать, понимаете? Я его так любила, а он меня бросил вообще. Нашел какую-то себе женщину богаче с квартиры и ушел к ней. А теперь еще хочет меня без денег оставить. Я не знаю, а у твоей женщины кастрюлек нет, что ли? Простите, пожалуйста. Какая женщина? Никакой женщины не ушел. Я от тебя ушел, понятно? Не может быть, нет женщины. Ответчик, а скажите, пожалуйста, то есть вы считаете, что 154 тысячи рублей, заработанных нечестным образом, как вы говорите в суде, это та сумма, которая достаточна для покупки квартиры? Я же копила, Ваша честь. Я копила, я хотела накопить на Вы квартиру. Понимаете последствия вашей фразы нечестным путем? Я вот сейчас должна у себя выстраивать там, я не знаю, украли вы эти деньги, что вы Нет. с ними сделали-то? Я не хотела об этом говорить, и мой бывший муж говорил, что я подрабатываю в ресторане официанткой и выезжаю на банкеты на ночные. Я на самом деле проституцией их заработала. Что? Потому что я не знала, как тебя содержать. Что ты меня позоришь вообще, прилюдно? Ваша честь, вы замолчите. Я платила за съемную квартиру, я покупала ему одежду, себе одежду, я покупала еду. Мне же нужно было замолчи. На что-то тебя Какой содержать. Какой ты проститутка могла зарабатывать? Ты в постели как бревно. Истец. Ну, конечно, я целый день работаю, блин, меня тошнило от тебя под вечер. Истец. Естественно, как бревно буду. Ответчик, ну, пожалуйста. Ну так как, истец, насчет происхождения денег все равно будем делить? Забирай свои кастрюли и деньги мне оставь. Истец, ну... Истец. Если это имущество наше совместное, вы только что сами сказали о том, что оно было наше в браке. Ну то есть вам я не... Я бы хотел их разделить, да. Вам не интересует... Ну а ей же было наплевать, когда она их зарабатывала, каким образом она их зарабатывает? Да потому что ты не работал без... Что ты врешь? Не работал. Так, ответчик, я вас призываю подумать по поводу раздела имущества по предметного предложенного. Подумать, ответчик. Я, Ваша честь, не хочу с ним ничего делить. Пусть забирает свои табуретки. Пусть ему на память останется. Хорошо. Пусть. На память о чем? О нашей счастливой совместной жизни. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Узнала, что у меня сейчас дела пошли хорошо. Вот у нее глаза, вот, денег давай. Как всегда, всю жизнь так, денег давай. Истец. Супруг однажды сказал, моя жена работать не будет. И женщина, сгорая от любви, 26 лет занималась семейным уютом. Кто теперь заплатит пенсию разведенной домохозяйке? Малыша не было в коляске, там было пусто. Артем, где малыш? Ну, я уже все сама поняла. Помойся. Девятилетний мальчик решил, что если он убьет своего новорожденного братика, то родители будут любить только его. Трагедию чудом удалось предотвратить, а судьбу Артема теперь будет решать суд. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, иск о разделе супружеского имущества удовлетворяет и производит раздел супружеского имущества. Суд передает в собственность истца следующее имущество. СВЧ-печь, электрочайник, стол обеденный, 3 табурета, кофемолку, ножи, ложки, вилки, мельхиоровые, вообще кухонную утварь, то, что вы имели в виду, вам да, и передается. Да. Ответчику передается телевизор Samsung, спальный гарнитур Vega, сковородка Tefal и кастрюли Цептер. Суд производит раздел денежных накоплений, признает за истцом и ответчицей право собственности на половину данных сбережений за каждым. Суд производит раздел предметов домашней обстановки и обихода, потому что данное имущество было нажито бывшими супругами в период брака и является их совместной супружеской собственностью. Так как ни одна сторона не имеет желания в полном объеме получить в свою собственность вышеуказанные предметы, то есть в данной ситуации истец четко не мог определиться с перечнем
перечнем предметов, так же, как и ответчик не могла определиться с перечнем предметов, то суд в соответствии с правилами части 3 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации по предмету определил, какое имущество подлежит передаче каждому из супругу, исходя ориентировочно из стоимости указанных предметов в перечне. Также суд производит раздел спорных денежных накоплений, потому что они нажиты в период брака, и независимо, на чье имя они внесены, денежные средства, они являются супружеским имуществом. Данные накопления суд делит между бывшими супругами пополам, потому что между супругами не составлено брачного договора, который бы допускал иной порядок раздела или отступления от равенства долей. Даже не знаю, как-то там разъяснять вам это или не разъяснять вам это, что такое занятие проституцией в соответствии с административным кодексом, потому что, честно говоря, мне так показалось, что, может быть, вы применили последний способ защиты своих накоплений. Ну, так вот решили, вот как бы скажу, а вдруг совесть проснется у истца и не захочет деньги делить. Ну, захотел деньги делить. Вам перечень предметов понятен? Понятно. Вам перечень предметов понятен? 74 тысячи. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Если бы я знал, что моя жена проститутка, я бы ушел из нее гораздо раньше. Я эти деньги заработала в постели чужих мужиков. Если ему не стыдно их брать, пусть забирает. А теперь вернемся в зал суда. Истец Надежда Зудина, 55 лет, требует взыскания алиментов в твердой денежной сумме в размере 13 тысяч рублей ежемесячно. Ответчик Михаил Ковалев, 51 год, обзаведясь новой семьей, пробывшую супругу даже вспоминать отказывается. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я обращаюсь в суд с требованием о взыскании алиментов с моего бывшего мужа в размере 13 тысяч рублей. Мы с ним прожили 26 лет, к сожалению. Промучились. Детей мы не нажили, но все эти 26 лет он не давал мне работать. Представляете? Хорош. Замучил ревностью. Хорош, сказки-то рассказывали в суде. Ты ж правду говоришь. Я институт закончила, у меня высшее образование. Закончила? Кто тебе купил диплом-то? Закончила. Кончала. И что вот всю закончила? Жизнь вечный фарс. Всю жизнь. Представляете? Вот. Как значит, экзамен, так дай денег. В общем, мне исполнилось, к сожалению, 55 лет. Настало время назначения пенсии. И пенсию мне назначили минимальную, так как все годы я из-за него вынуждена была не работать. Да, конечно. Кто тебя держал дома-то? Пенсия 7285 рублей. Ну, что заработала? А твои доходы, между прочим? Ну, не надо считать чужих денег. Мы с тобой чужие люди, давай ты свое считай. Значит, 3000, ваша честь, у меня уходит на оплату коммуналки. 4 с небольшим остается на питание, ну и на лекарства там. То есть на эту сумму вообще никак не проживешь. А он себе жирует. Так иди работай. Нашел иди. Себе молодую. Ну, не такая уж молодая, всего на 12 лет моложе. И теперь я вообще выброшена из жизни. За что боролась? Значит, всю жизнь я его обстирывала, готовила борщи. Я не имела права даже в халате дома находиться. Он требовал, чтобы я была и подкрашена, Золушка, и одета. Золушка. Но, правда, деньги он выделял. А сейчас у него доходы большие, чем при нашей жизни. Да еще собственность прикупил. В течение нашей жизни, но оформила ее очень хитро на свою маму, престарелую, которая не зарабатывала денег. Это клевета. Простите, истец, сколько вы в браке были? 26 лет? 26 лет. Вот 3 года назад мы разошлись. И именно после 3 лет после развода он оформил эту собственность. Представляете, какой негодяй? Ну, прям так, злодей. Будьте добры, пожалуйста, истец, свидетельство о расторжении брака. И, да, у меня есть свидетельство о расторжении брака. О размере вашей Кстати, пенсии. У меня знакомый адвокат, он узнал о его доходах. Вот официальная бумага, вот, и справка из ЕГРП о собственности, которую мы приобрели в течение жизни. Значит, загородный дом, ну, не шикарный, но как бы достойный. И квартира. В итоге я осталась...
В коммуналке, как я была прописана до замужества с тобой. Секунду, когда это мы приобрели? У тебя есть документ о праве собственности, что там написано? А там все написано. Что мы с тобой владельцы? Простите, истец, но дело в том, что если... Почему при расторжении брака вы тогда не ставили вопрос о разделе совместно нашего имущества? Больше 3 лет назад, хочу заметить, ваша честь. Но дело все в том, что у меня какие-то накопления были, небольшие. Сейчас все деньги ушли. Нет, истец. Давайте еще раз. После расторжения брака, когда брак расторгался, почему, если вы считаете, что данное имущество приобретало с вами в период брака, почему вы не заявляли исковые требования о разделе совместно нажитого имущества? Но дело все в том, что у меня какие-то накопления были небольшие, и мне как бы хватало на жизнь. Понимаете? Грузит она, ваша честь. Так. Просто узнала, что у меня сейчас дела пошли хорошо. Вот у нее глаза, вот, денег давай. Как всегда, всю жизнь так, денег давай. Истец, размер доходов ответчика, скажите, пожалуйста. Ну, я думаю, он где-то от... Нет, вы сказали, что ваш знакомый адвокат узнал, я поэтому и спрашиваю. Но он же еще по черному налу там, он же аферист, истец, вы понимаете? Истец, он всю жизнь аферистом истец, был. Истец, доход ответчика, скажите, вы же ссылаетесь на определенные доказательства. И, следовательно, вы, если вы ссылаетесь на определенные обстоятельства... Ну, знаете, там, ваша честь, огромная сумма. По сегодняшним, Истец, 120 тысяч. В месяц. А у него еще и по черному налу там денежки имеются. Пожалуйста, отлично, я вас слушаю. По черному налу это в налоговую инспекцию. Я вас слушаю. Да. Все, совершенно верно. Но я ему не спущу ничего. Истец. Тут говорить можно много, она тут нафантазировала. У нее не Зудина, она Андерсон, где еще фамилия-то настоящая. Действительно, мы все были в браке 26 лет. Что говорит? Любил, терпел. Вот. Ну, как бы в процессе жизни выяснил, что не тот она человек, кем хотела представиться изначально. То есть первое время как-то еще пыталась что-то там по хозяйству делать, там приготовить. За собой следила, опять же. Купи мне то, купи мне там шмотки, косметика, санаторий. Ну а что ж, я должна бедной кассе ходить, по-твоему? Помолчи, как правду говорят, глаза колят. И началось. Как не придешь дома, бардак, она лежит, ой-ай, там ширнуло, там кольнуло. То есть все это привело к тому, что, так сказать... Что называется, чувства остыли. И потом, давай, говорю, с детьми решать вопрос, как это. Но я не могу, я себя плохо чувствую. Да он надо сам не хотел детей. Да ладно, грузить-то судье. Он сам не хотел, а уже к 40, извините. Я с пеленками сейчас не буду. Сейчас у меня почему-то получилось. А у тебя не могло получиться. Сегодня смог. Понятно, видите, как в том английском испортится. Анекдоте. Грудь у нее не та будет, там это отвиснет. Я уж не буду говорить в суде, какая часть тела. Вот. Сидела дома, ничего не делала, не работала. Я, конечно, не настаивал, чтобы не выгонял на работу, чего врать, денег хватало, обеспечивал. Ну, так у нее все, я говорю, все заботы, шмотки, косметика, лечение, развлечения. А когда разошлись, то, видимо, поняла. Тут еще у меня дела более-менее ровно пошли, бабло стало притекать неплохо. Вот она где-то фишка. Простите, куда стало притекать неплохо? Вот видите... Ну, виноват, ваша честь. Это как бы у нас так коммерсов говорят. Нет, а куда, еще раз повторите? Ну, на счет, личный счет. А, потому что я как-то... Примерно полтора последние года дела пошли хорошо. Как бы кому кризис, беда, кому и в оборот. Вот видите, он сам признается. А что врать? Негодяй. Зачем? В суде врать нельзя. Так, в суде отвечка, надо всю правду говорить, в отличие от тебя, кстати. Ответчик, никак не могу. Что вас... Почему вы возражаете? Вы возражаете против размера, который заявил истец? Нет, я вообще по существу иска возражаю, ваша честь. Какие могут быть элементы? Ну ты же держал меня 26 лет на привязи. Она ребенок. Нет. Получила инвалидность. Нет, ответчик, она нуждающаяся. Так, ваша честь. Она мне кто, извините? Ваша бывшая супруга, с которой хочу вы прожили... Хочу обратить внимание, бывшая. Да, с которой вы прожили 26 лет, из чего суд может сделать вывод, что вы находились прожили, в браке... Не прожили, а промучились, Нет, это уже не ко мне. 26 лет, из чего суд может сделать вывод, что это был достаточно длительный срок, и сердце является нуждающейся. И после расторжения брака она стала нуждающейся, как бы в тот период времени, когда еще она вправе обратиться за назначением алиментов. Что она и сделала. Так, а кто ей мешает трудоустроиться, ваша честь? Она только что заявила, что у нее там немыслимое образование. Вы знаете, подождите, ответчик. Она что, инвалид? Она не в состоянии трудиться? Ответчик, вряд ли истца в ее возрасте сейчас возьмут на работу.
Ваша честь. Я что-то не припомню цен за возрастного для устройства, например... Вы знаете, я тоже... Отправь свою молодую жену на работу. Знаете, я тоже не припомню, но я просто знаю требования, которые предъявляют. Если уж так стоит вопрос, давайте я устрою к себе уборщиком филиал дочернее предприятие. Пускай работает. Свою настоящую жену уборщицей устрой. Ответчик, я никак не могу понять. У которой, кстати, образование ты еще не успел купить. Ответчик. Купим мы ей не одну. А ты все купишь. Я бы могла понять, если бы, понимаете, у вас дела бы шли вон из рук плохо. Вы были бы не устроены в личной жизни. У меня так достаточно большие расходы. Нет, подождите, семья, я могла бы понять, что, может быть, вами движет обида. Но у вас все хорошо, молодая жена, ребенок, замечательный заработок, а здесь 13 тысяч. Ну что? Я кредит большой выплачиваю, ваша честь. Он по жизни жлоб. К тому же у меня вот... Истец. На иждивении мать инвалид. У нее пенсия гораздо скромнее, чем у тебя, и не скулит, не плачет. Но тебе все ты плохо. Тут набаловаться 26 лет ни хрена не делать. Так, с тобой набалуешься. А что ты делала-то? Ответчик. Мне, пожалуйста, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении вот ребенка, все если есть, считаю, и справка, если вы у вас на содержании мама, как вы сказали. Да. То есть мы категорически вообще против. Категорически вообще считаю, что это вообще не обосновано. Не обосновано. Ни с какой колокольни. Понятно. Так, суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Малыша не было в коляске, там было пусто. Артем, где малыш? Ну, я уже все сама поняла. На помойке, ответил Артем. Ольга и Олег Улановы взяли ребенка из детского дома и любили его как родного до тех пор, пока мальчик не попытался убить их собственного малыша. Теперь Улановы хотят только одного – избавиться от малолетнего преступника. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и определяет алименты в твердой денежной сумме в размере трехкратного минимального размера оплаты труда. Суд установил, что истец и ответчик прожили в браке достаточно длительный период времени, а именно 26 лет. Истица достигла пенсионного возраста до истечения 5 лет после расторжения брака. В настоящее время истица является нуждающейся, так как назначенная ей пенсия по возрасту не обеспечивает прожиточного минимума. Ответчик трудоспособен, имеет работу и высокую пенсию, то есть не располагает необходимыми средствами для уплаты алиментов. Размеры алиментов суд устанавливает, исходя из материального положения бывшей супруги, и определяет их в размере трехкратного минимального размера оплаты труда. То есть в данной ситуации минимальный размер оплаты труда составляет 4330 рублей. Таким образом, 4330 вы должны умножить на 3, это будет размер алиментов. Таким образом, ответчик... У нас требование законодательства, что алименты может требовать нуждающийся супруг, то есть нужно доказать, что он является нуждающимся, если он достиг пенсионного возраста не позднее, чем 5 лет после расторжения брака. Что и произошло в данной ситуации. Это понятно, ответчик? Вы не отрицали ваших высоких заработок. Это подтверждается в том числе представленными вами справкой с основного места работы, исходя из вашего материального положения, исходя из материального положения вашей супруги, а также исходя из тех обстоятельств, что после расторжения брака между вами не производился раздел совместно нажитого имущества, и практически все имущество было полностью в настоящее время является вашей личной собственностью, суд считает возможным установить указанный размер алиментов. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Я своему мужу отдала лучшие годы своей жизни. И нисколько об этом не жалею. Как это выяснилось после решения суда, прибавка к пенсии мне обеспечена. Вот так вот оно и бывает.
Как 26 лет сидел, с ней отбывал, а тут вообще дали пожизненно. Круто. А теперь вернемся в зал суда. Истцы Ольга и Олег Улановы. Женаты, живут в Москве. Олег работает менеджером, Ольга занимается домашним хозяйством. Хотят отказаться от ребенка, которого взяли из детского дома. Ответчик, представитель органов опеки, иск не признает. Пожалуйста, истцы, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, мы с мужем предъявляем иск об отмене усыновления приемного ребенка, Артема, которого мы взяли 3 года назад. Дело в том, что этот мальчик попытался убить нашего родного 3-месячного сына, который родился вот совсем недавно. Никитушку. Это страшное, конечно, решение с нашей стороны, но оно действительно обосновано, поскольку ужасные события произошли в нашей семье. Не волнуйся. Я постараюсь сейчас, Ваша честь, объяснить, как это было. Мы с мужем уже 8 лет вместе живем, и у нас замечательная семья, действительно, мы все вместе, все пополам, вместе работаем, вместе стараемся построить свой отдых. Но для полного счастья, конечно же, как любой семье, нам очень хотелось своего малыша, своего родную кровиночку. Какая семья без ребенка? Но, вы знаете, не получалось. Долгие годы, врачи, но результата не было. И когда мы уже годами измучены, изможденные вот нашей несбывшейся нереальной мечтой, мы пришли к тому, что мы решили усыновить малыша. Мы взяли взрослого мальчика, да, уже посоветовавшись с мужем. Артему на тот момент было 6 лет. И вот 3 года, да, мы были вместе. Ребенок непростой, Ваша честь, сложный, с характером, ершистый, не всегда слушается. Но мы старались, мы действительно хотели быть одной семьей. Мы верили, что мы сможем быть одной семьей. Но так бывает. Прилагали все усилия для этого. Да, действительно, это так. И особенно Оля. 3 месяца назад, ну, у нас случилось счастье, у нас родился свой малыш. В семье появилось вот долгожданное маленькое чудо. Да, наш Никитушка, конечно, чему мы очень рады с мужем. И мы все усилия прилагали для того, чтобы нам всем, всем четвером было очень хорошо вместе. Но вы знаете, вместе с этой радостью в семье поселился конфликт. Артем очень жестко отреагировал, буквально волчий взгляд. Это маленький бурчук, то есть он смотрел, он не радовался нашему счастью. Он стал дико ревновать к малышу. Он пытался ущипнуть Никитку, пытался дернуть. Мы хотели, конечно, сдружить мальчишек, потому что мы же понимали, это одна семья. Старались вместе гулять, учили как-то его пеленать, катать коляску. Ваша честь. И, может быть, и получилась бы одна семья, но один январский вечер буквально все разрушил, Ваша честь. Этим вечером, да, уложив малыша, Артем сидел, делал уроки, я в ванне стирала белье. Да, за мальчишками приходится так каждый вечер. Зашел в ванну Артем. Мам, я вынесу ведро, мусорку на улицу. Ну, конечно, сынок, отнеси, спасибо. Минут через 10 я вышла в комнату, Артем сидел за столом. Я подошла к малышу. Но малыша не было в коляске, там было пусто. Артем, где малыш? Ну, я уже все сама поняла. На помойке, ответил Артем. Я выскочила на улицу, мусорка стояла. Но моего ребенка, слава богу, на руках держала соседка. Я благодарна ей за это. Но мальчик, он убийца, он решительно потенциальный убийца. Он выбросил моего ребенка на улицу. Простите, пожалуйста, истец, ну, а вы когда потом разговаривали с вашим старшим ребенком, он что вам сказал? Он молчал, потупив глаза. Дело в том, что, Ваша честь, это не по первый случай. У нас еще был случай раз, когда я захожу в ванну, мы купали малыша, мне необходимо выйти было за шампунем, и когда я вернулась, он уже за ножки его буквально держал и под воду опускал, уже носик погрузился в воду. Ну хорошо, а вы как папа, вы что-то вообще пытались ребенку объяснить? Ну понятно, Ваша честь, что бывает ревность старших к младшим, но не до такой же степени, что 9-летний ребенок сознательно уже во второй раз пытается убить нашего маленького ребенка. Вы сами понимаете, то есть вы расцениваете... Но это страшно подумать, что было бы, если бы она бы не вошла и не увидела в кроватке. Понимаете, я вот что сейчас хочу понять. Я бы могла понять, если бы ребенок 9-летний делал это скрытно. То есть, ну как вам сказать, вот он как бы там пытался что-то сделать с новорожденным ребенком, но в силу там
Но нет, его, может быть, нет, 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 в силу своей изобретательности, ну, как бы пытался, чтобы не подумали на него, потому что то, что вы мне сейчас рассказываете, то есть это абсолютно понятно, что взрослым и всем окружающим станет ясно, кто это сделал. То есть он это фактически делает в открытую, он как бы не скрывает своих поступков. Но он же остается все равно ребенком. Это понятно. И потом за эти 3 года, что он с нами... Да не ребенком, он убийцей остается. Истец. Оля, мы сами сознательно его взяли. Мы брали специально постарше ребенка, 6-летнего. Конечно, он трудный ребенок. Мы много вложили в него. Я, например, его полюбил как сына. И на самом деле хотел, чтобы у нас был наследник. Мы не знали, что у нас родится малыш. Но сейчас вы считаете, что лучше отказаться от усыновления? Да, потому что я не знаю, что ему в голову взбредет еще. Потому что я дома бываю очень редко. Я постоянно Скажите, а вы к специалистам не обращались? К сожалению, нет пока. Будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о рождении ребенка вашего, второго, свидетельство о заключении брака и решение суда об усыновлении через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, органы, я вас слушаю. Ваша честь, нам ясна позиция истцов, понятна их обеспокоенность, их страх. Хотелось бы следующее сказать. Дело в том, что мальчик, когда случилось вот это вот несчастье, он, да, он признался, что маленький его братик на помойке, и когда мать, собирая вещи и грозя ему тем, что отправит его в детский дом, заявила об этом и уже стала собирать сумку, он ушел в комнату свою, закрылся и просто сиганул из окна. Когда в больнице, благо, остался жив, когда в больнице с ним разговаривал наш психолог, спрашивал, что случилось, почему так, он сказал, что не хочет больше жить, что он таким образом, выпрыгнув из окна, пытался покончить с собой, потому что мама и папа, которых он очень любит, с которыми вот столько времени вот прожил вместе, все было нормально, они теперь от него отказываются, потому что появился маленький братик, потому что все внимание ему. Он вынужден сам гулять, он вынужден делать уроки сам. Даже из школы никто его не забирает больше. Кстати, нам об этом учителя говорили, что мальчишка, они обратили наше внимание, что... Простите, пожалуйста, вы считаете... Подождите, не объясняйтесь. Вы считаете, что у нас ребенок в 9 лет что? И может шантажировать своих родителей? Нет, не шантажировать. Он делился именно тем, что у него было. Все, что вы мне сейчас говорите, очень похоже на шантаж. Он рассказал вот это. Он говорил, что покончить жизнь с собой, потому что он не может простить родителям того, что они от него отвернулись. Никто от него не отворачивался. Зачем это? Да, он очень привязан к ним. Все-таки 3 года вместе, а потом, понимаете, хотелось бы упомянуть о той ситуации. Мы предупреждали родителей, когда речь шла об усыновлении 3 года назад, что мальчик со сложной судьбой, что его уже от него отказывались. Его возвращали в детский дом. Тогда он резал себе вены. Он принял это тоже как предательство, хотел покончить жизнь самоубийством. Простите, пожалуйста, из того, что вы мне рассказываете, я понимаю, что у ребенка есть определенные, он требует психологической коррекции. С ним мы работали. И когда вот пары вот пришли к нам, в смысле обратились с тем, чтобы усыновить его, предупреждали об этом, они сказали, ничего, наоборот, мы поможем ему, мы окружим его своей любовью. Да. И действительно, это было так. Простите, вы что сейчас, возражаете против иска, который заявлен? Ваша честь, конечно, сложно в этой ситуации что-то говорить, потому что, понятно, если родители не принимают ребенка, конечно, хотелось бы, как говорится, попросить, поговорить, чтобы дать еще какой-то шанс. Какой шанс? Еще один раз, чтобы он не потянул за ножки? Ну, не направлена его агрессия на... Я каждый день с ним, я боюсь этого ребенка. Я не знаю, что в его голове будет завтра. Это опасно для нашего малыша. Мы могли бы помогать. Как помогать? Вы ночью останетесь своим ребенком. Но психолог не будет с вами жить. Олег все время в командировке. Психолог сядет ночью у кровати. Но если я не уберегу его завтра, случится еще непоправимое. Просто и другого ребенка жалко. Нет. И все же было нормально во сне. Ответчик. Дело в том, что должны, когда происходит такая ответственная вещь, как именно усыновление, понимаете, в чем дело? Тем более ребенок отдается как единственный ребенок.
ребенок в семью, где больше нет детей. Естественно, когда берут в приемных, в приемные семьи, да, когда уже понятно, там много детей, там они находятся примерно в одном и том же статусе, они многие приемные, там есть родные, но есть еще большое количество приемных детей. Когда приемная семья, они как бы понимают, они имеют возможность адаптироваться. Понимаете, вы сейчас начинаете говорить, что вы предупреждали истцов о том, что у мальчика сложный характер. Но мне кажется, что вы не до конца, не то, что вы конкретно, не до конца рассказали. Потому что ребенок, который пытается, у которого склонность к суициду, извините меня, в 6 или в 5 лет, по крайней мере, должно очень сильно всех настораживать. Ваше заключение через судебного пристава передайте, пожалуйста. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истцов, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение об отмене усыновления. Суд передает несовершеннолетнего ребенка на попечение органов опеки и попечительства. Суд отменяет усыновление несовершеннолетнего ребенка, потому что фактически усыновители отказались от выполнения возложенных на них обязанностей родителей. После появления в семье новорожденного малыша со стороны усыновителей потребовалось больше усилий для воспитания усыновленного ими ребенка, с чем они не справились. В результате недоброжелательное и агрессивное поведение ребенка по отношению к новорожденному в данной ситуации фактически могло закончиться трагедией. Исходя из этого и из того, что истцы категорически настроены против того, чтобы усыновленный ими ребенок оставался в семье, из чего суд может сделать вывод, что они не будут заниматься их воспитанием. Суд считает возможным удовлетворить заявленные исковые требования и передает ребенка на попечение органов опеки и попечительства. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Для меня главное – мой ребенок, мой родной ребенок. И меня волнует его судьба. Приходится признать, что мы не справились, к сожалению, с воспитанием Артема. Скорее всего, что Артему придется прожить до совершеннолетия в детском доме. Но наши психологи постараются сделать все возможное, чтобы мальчик не разуверился окончательно ни в людях, ни в любви.